Кстати, в вертолете. Это очень опасно, но давай попробуем. Понял. Мне кажется, проще пойти найти бота мертвого и с него ган просто залутать. О! Лежит голубчик. Так. В смысле нет места? А, они же теперь не кладутся в подсумок. Бля. Вот вам реализм Таркова. Смотрите чат. Тарковский реализм прямо перед вами. Лежит магазин, но я его не могу взять в руку, чтобы поставить его в коллаж. Вот так вот. Понял. Да беги ты, бля. Так. Ну, сейчас с помощью этого надо добыть себе сумку-разгрузку, вернуться за калашом. Да ладно. Она накинется? А, это скаровская. Мне показалось, это на СКС-ку. А вот тут кореш мой бывал точно. Так. Сумка с разгрузкой разговаривает. Да-да-да. Именно так. Что там у тебя, семерки? Пойдет. Вот, в принципе, если я взял бы вепрь, я могу на него поставить какую-нибудь ПСОху, если найду.
Сурва, ваза, блин. Где-то там... Служивый! Ёпта! Почему боты стали в голову стрелять? Что это за бред? Броня есть? Нет у них. Хрена. Попал. Это он был? Вот и ПСОХа, кстати. Да ладно, блин. Не, на СКС она не поставится. Надо другую СКС, у которой есть специальное крепление. Тихо-тихо, бля. Денег не даешь набрать, сорян. Так даже лучше. Что? Ты откуда там взялся, бля? Да ё-моё, бля, выпустите меня с этого палисадника. Чела бот бегает, полян.
Приветствую, хорошего настроения, удачных рейдов. Александр, здорово. Спасибочки за сотку, благодарю. Мне кажется, на крыше там чел сидит почему-то. Может и нет. Сейчас врубит. Кстати, может быть, он и разговаривал. Куда побежит? Шел, да? А, вон он. Че он так тяжелое, что ли, несет? Че он так медленно бегает? Он еще и ящик лутает. Чел, тебе лут реально дороже жизни, блин. Так. Вот это подколак. Здесь еще... Сейчас сигналка уже, мне кажется, закончится, да? Да, бронепоезд уехал. Сейчас сигналку надо будет заново врубать. Блять, сколько вас там? Бежал. Чел, иди врубай кнопку. Понял. Вот, походу, мой калаш нашел. Хотя, может быть, еще один.
Так, 5 минут. Успеваем? Вроде должны. Хехтит Сайга. Он в рейде такую нашел. Пум-пум-пум. Все вроде нормально. Поехали. Алешенька, спасибо за 100 эликсиров. Рейдеры мертвые. Мертвые лежат там. Ох. Сколько я убил челоботов, получается? Одного здесь, два на тунгусках. Два сейчас. Одного у вертолета. Это шесть. Шесть? Блин, писала бы, ну, что это был именно челобот вот здесь в статистике. Почему они сюда не добавили? ЧВКшника жалко того, я не догнал. Зато с челоботами повоевал, блин, хорошо. Стримы стараюсь проводить каждый день, по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.